Всем привет, вы на канале Apollo Games, мы продолжаем играть в Miss Survival. Опа, а почему я встал? Я хотел сейчас поехать в другую сторону. Мы там на перекрестке завернули налево, и я обещал, что мы прокатимся прямо. Ну и я думаю, что мы найдем там что-нибудь интересное. Так, у нас свечей нет, да, получается? А я свечи выкидывал. Так, а что у нас по другим параметрам? Ну, аккумулятор почти сел и мотор почти сломался. Но это у нас есть, это мы можем сразу заменить, чтобы не встать где-нибудь по дороге. А вот свечи я выкидывал. Да. Вот такие дела. Блин, тут еще и мотор 50%, то есть он тоже недолго прослужит. Так, у меня точно свечей нет, а то я обычно не очень замечаю, что у меня есть, чего у меня нет. Так, ну ладно, что делать, тогда побегаем. Тут быстро посмотрим, где-нибудь по-любому должны быть свечи. Машин тут много. И что-то в них ничего нет. Но я помню точно, где-то были. Так, там у нас есть машины, которые можно осмотреть? Нет. Тут есть колесо. Ну, колесо запасное, в принципе, можно взять. Что еще? Так, нет, не надо туда залазить. Еще одно колесо. Положим его в багажник, на всякий случай, вдруг колеса еще потеряем. Так, ладно. Сюда мы не можем посмотреть. Блин, ну я надеюсь, здесь есть свечи. Как-то пешком не хочется идти. А, чё, серьезно? Нигде нет свечей? Как так просто? Ладно, наверное, мы пока пойдем пешком. Ну, туда, ближе к перекрестку. Там еще много машин, в принципе, стоит. Но я вот серьезно, я даже, может быть, в этом городе где-то их выкидывал, но я уже не помню где. А сейчас проверять просто каждый дом, ну это такое. Так. Колеса мы положим. Где они у нас вот? Что еще мы можем сразу сложить сюда? Чтоб не париться. Ой, да ладно. В принципе. Колеса. Тут вот только 85%. Угу. Это я вроде не смотрел. Но что-то тут вообще ничего нет. Это что? О! Это шлем. Так, а как там экипировку нам открыть? Да, у меня же все сломалось и И бронежилет получается, и шлем, а этот стопроцентный аж. Это неплохо, он будет нас неплохо, наверное, защищать. Так. У нас заправка. Но я не думаю, что большая проблема какая-то, то, что мы сейчас пешком пойдем, даже если мы не найдем свечи. Ну, как бы мы все равно просто исследуем мир, смотрим на это все. Нужен ли мне аккумулятор еще один? 65%. Но я думаю, на всякий случай взять, потому что рано или поздно все равно у нас разрядится тот. А потом также бегать и думать, где взять, ну, это такое. На заправке, я думаю, по-любому должны быть свечи. Так, у нас стамина снова долго восстанавливается. Что у нас там вообще? Ну давай, поедим тут, попьем. Ну, усталость у меня, в принципе, даже больше половины еще. Так, ну все, можно двигаться дальше. Тут еще можно стамину вот так вот восстанавливать. Типа бежишь, такую банку колы. Просто такой выпил, и она восстанавливается, потому что ты на это время теряешь, на то, чтобы выпить ее.
Свечи. Да блин, почему они все пустые вообще стали? Компоненты мне не нужны. Это что у нас? Более утоляющие. О, мы можем сделать бандаж. Ну, значит, давай тогда сразу захилимся. Вот это вот. Захиляем. То у нас и здоровье чуть не очень как-то. Ну, топор такое. У меня этих топоров уже пруд пруди. Так, сколько тут процентов? 46. Ну, нет. Наверное, нам этого не надо. У нас вроде еще и в багажнике должны быть аккумуляторы. Ну, там вроде не один лежал. Я точно уже не помню. Так, но это мы возьмем. Это неплохо нам восстанавливает. Чё, серьезно? Нет свечей на заправке? Да. Вот это да. Ну, придется двигать так. Может быть, где-то здесь. Ну, тут... А, нет, открывается дверь. А где мой... Где мой ломик? Это же такая вещь. Где мой ломик? Я его потерял, походу. Когда мы умерли от зомбаков, получается. Только тогда я мог его потерять. Ну, это печально. Опа. А тут бандиты у нас ходят. Что это такое? Какая-то база? Ну, давай их выстегивать по одному. Вроде как с пистолета... Ой, их там много. Вроде как с пистолета бандиты в голову убиваются с первого выстрела. Но это мы сейчас проверим. Да? Все. Был бандит и нету бандита. Так. Вот когда игра сохраняется, я почему-то не могу выйти из инвентаря. Это, конечно, бесит немного. Чё тут у него? Брокколи? Ну, серьезно? Все, что у тебя было? Почему все машины пустые? Только бензин есть. Я даже, наверное, на них эмку тратить не буду. Так, о, бандаж. Бандаж всегда пригодится. Так, ну это все. Это уже более-менее смахивает на... Как я говорил, мы... Нам бы найти военную базу. Это уже вот прям смахивает на... Ну, это, конечно, не военная база, но здесь обосновались бандиты. Так, он меня сейчас увидит, да? Минус. И еще один бежит. Да блин, хватит мандражировать, тогда я тебе в голову попаду. Неплохо. Что я потерял? Я потерял почти все. Блин, ну, если я сейчас не переиграю... Вы должны меня понять. Если я сейчас не переиграю, то мне придется как-то, не знаю, снова лутать минут 40 все и... Так, игра, почему ты не выходишь? Ну, лутать минут 40 все эти патроны и так далее и тому подобное, чтобы заштурмовать эту базу. Там их много. Я видел как минимум вот... Получается, двоих мы убили. Третий выскочил. Я видел еще четвертого, который слева ходил где-то там. Ну, и как бы игра, если нам позволяет переиграть, то почему бы и нет? Но, ну, я даже тут сохранился перед этим. Как бы, ну, для этого и сделаны сохранения игр. Так, теперь нужно это сделать все осторожней. И я не знаю... Так, у меня есть темка, по сути.
Да блин. В голову сложно попасть с этой мушки, потому что, ну, немного непонятно, как... Вот. Двоих я сейчас еще вижу. Так, у меня тут кровь. Блин. У меня вот моя мышка сломалась, на которой я обычно играю. И сейчас у меня стоит старая мышка, и вот сенса на ней. Чё, почему я умер? От кровотечения? Что? Что просто? Так вот, сенса на этой мышке не позволяет точно целиться, когда там нужно в голову попасть. Не, ну ладно, как бы, блин, второй раз переигрывать это уже, конечно, да. Ну ладно, не будем усложнять это все. Сейчас попробуем сначала с пистолета. Если я также буду умирать. Ну, сейчас я даже, в принципе, нормально попадал. Меня только один раз вот попали. У меня тут и так, как бы, жизни не очень. Ой, они сразу вдвоем пошли. А, ну один в одну сторону, другой в другую. Давай, остановись. Да что? Ну, пришлось так сделать. Да, самое главное, вот с них еще падает одни брокли, у него, то есть, был автомат, все дела, а упали с него брокли, и один патрон, так, я вообще попаду? В смысле, что такое? Сетку пробивает или нет? Я думаю, что нет. Или пробивает? Ну, вот так точно пробивает. Я видел там еще одного. Сейчас бежал там. Так, тут сахар у него. Да, вон бегает. Ой, темновато еще. Мушки почти не видно. Я вообще не сторонник стрельбы с мушки, а вот, подожди. У меня сейчас точка появилась почему-то. Ну, с точкой как бы явно получше. Я не сторонник стрельбы с мушки, потому что, ну, блин, не знаю, во всех играх привыкаешь играть с прицелами и так далее. И, конечно, удобство в разы отличается. Либо ты стреляешь с мушки, либо с прицела. Так. Походу тут обыскиваем потихонечку. Так, ну давай, сейчас он выйдет. Почему у меня раньше этого прицела не было? Я просто мушку, ну, не вижу, где она. Некоторые моменты. Так, давай на всякий случай возьмем М-ку. Вдруг откуда-нибудь выскочит кто-то. Неизвестно, сколько их здесь. Почему ты не можешь перепрыгнуть? Ясно. Все. Просто если сейчас кто-то начнет стрелять, меня вырубит, вырубят просто мгновенно. А это получается сохранение еще до того, как я нашел бинт. Будем надеяться, что здесь больше никого нет. Морковка, кстати. Ну, мы ее возьмем просто из-за того, что мы ни разу не находили морковку. И, может быть, мы попробуем потом сварганить что-то на костре. Мы уже видели эти рецепты. Так. Что это? А, тут... То есть так, да? Сделаны типа бортики, но текстуры как нет. В этой игре можно как
во всех сейчас современных шутерах делать, наклоняться. Ну и не только современных. Воу. Так, ну, что-то вроде больше тут никого нет. Можно, наверное, уже спокойно бегать. И мы нашли дробовик. И кучу патронов. Съедим это. Что нам выкинуть? Ну, это нам навряд ли понадобится. Так, и где дробовик? Давайте посмотрим хотя бы на него. Может быть, и проверим. Если тут кто-то еще остался все-таки. Так, давай встанем. О, апгрейд инвентаря. Сколько у нас тут? А, ну нам еще нормально его прокачивать. Наверх я могу забраться? Нет? Видимо, нет. Давай включим фонарь уже. Слишком темно. Блин, ну я ожидал здесь найти снайперку, а не дробаш. Дробаш это, конечно, тоже хорошо. Так, я немного застрял. О, мотор. Сколько? 15%. Ну, блин, такое. Так я там не откинусь. А то у меня что-то как будто все жизни меньше и меньше. Спички. Тут очень много гвоздей и спичек. На этой базе. И все? А, ну вон там еще чемодан какой-то стоит. Сейчас его пойдем посмотрим. Угу, он пустой. Мне бы найти место, где до утра бы поспать. Как раз восстановимся. Так, и тут я находил... Это что такое? У него типа фонарь светится. Ну, видимо, да. Странно это выглядит. Так, он вроде здесь был. Да, он здесь лежит. Все-таки у меня уменьшается жизни. Мне срочно нужно где-то поспать. Уже начинать свой путь утром. Ну тогда, наверное... А, ну, вот я как раз снова вернулся к заправке. У нас есть спальный мешок для этого. Прям здесь поспим, думаю, ничего с нами не случится. Ну, на всякий случай, вот здесь. Так. Сколько я хочу поспать? Ну, давай час поспим. Жизни не уходит. Давай еще. О, они начали восстанавливаться. И... Да вы издеваетесь. У нас опять, типа, ранение от выстрела. Какого выстрела? В нас кто-то стрелял, пока мы спали? Так, нет, не то. Я хочу в спальном мешке нормально поспать. Давай 2 часа поспим. Нам бы вообще полностью жизни восстановить.
Так, для этого нам нужно, наверное... Нет, пока еще не надо. Увеличим время сна. Ну, усталость ушла просто уже полностью. И на улице начинает вроде как светлеть. Да что ж такое? Ну все, еще 3 часа спим, и можно выдвигаться. Если не будет тумана. Туман есть? Нет. Нам бы, конечно, вообще полностью восстановить жизнь. Пока они восстанавливаются. Ладно, продолжаем наш путь пешочком. Блин, вот жаль еще лестницы все эти не реализованы. То есть хочу, например, на водонапорную вышку залезть. А не могу. Кстати, тут карта, в принципе, кажется большой, на самом деле не слишком-то она большая. Она тут как-то закольцована. То есть, типа, у тебя ощущение, то, что ты едешь вообще в другую сторону, где ты появился. Ну, оттуда, где ты появился. И, опа, это что у нас там? А ты потом такой едешь, 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 едешь. И снова попадаешь уже на начало. Во, а это уже еще больше похоже на военную базу какую-то. Тут я, наверное, думаю, даже... М-ку в руки возьму. Это человек? Да, это вроде человек. Или нет? Блин, это куст. А вот это кто? А, это бочка. И что, там никого нет, типа? Нет, вон они ходят. Ох, их там много. Как минимум 4 увидел. Так, ну как-нибудь сейчас будем их выстегивать по одному, надеюсь. Тут уже за машинами не спрячешься. Если бы мы были на своей машине, мы могли хотя бы за ней спрятаться. А где вход-то вообще сюда? Давай так на безопасном расстоянии обойдем, посмотрим. Как тут база устроена? Серьезно, блин, где вход? А, похоже, вот вход. Меня смущает еще челик на вышке. Не будет ли он оттуда по нам стрелять? Мы у него как на ладони будем. С вышки. Так, это же вход. А, тут через контейнер, что ли, вход сделан. Блин, он челик поднимается. Конечно, можно было бы попробовать его снять. Ой-ой-ой. Челик. Блин, нифига не выбежали. Чтобы вы понимали, тут вся проблема перестрелки в том, что я немного, ну, у них, короче, есть преимущество в том, что им не нужно экономить патроны. И, то есть, я боюсь промахнуться, и, блин, если я истрачу все свои пули, то я уже точно умру. Для меня это просто будет конец. Я, короче... Так подумал, я сейчас буду их контрить возле выхода. Убью первого, а потом остальных попробую с дробовика убить. Ну и все. Так, сколько их было? 5? Ну, вот как-то так.
О, нормально. Хотя бы как-то восполним то, что мы потеряли. Ну, вроде как больше никого не должно было остаться. О, а с этого выпал дробаш, получается. На всякий случай снова в руки М-ку берем. Все, никого. Да, думаю, тут бы уже прибежали. Если бы тут кто-то остался. Единственное, конечно, на вышке, может быть, кто-то сидит. Блин, как жить мне без ломика-то теперь? Не могу ничем открыть, и все. Так, а его же можно сделать как-то? Нет, ну это не то, что нам нужно. Ну такое. У меня уже такое ощущение, что в этой игре нет просто снайперки. И, кстати, почему 5.56 подходит на драгунов? Ну, то есть СВД. Я об этом тоже не подумал. Где они у меня? А, они у меня все заряжены, да? Ну, там типа другой калибр должен быть. Так что, видимо, еще один дробаш. Так что, видимо, снайперки мы здесь не найдем, к сожалению. Так, никто меня тут не встретит. Воу, а ты кто? Я уже чуть не выстрелил. Скотт. Поговорить со Скоттом. Солдат и оружейный тренер. А, типа он присоединится к нам? Что? Неплохой тут лут. Мы нашли себе напарника, типа. Так, нужно освободить это все. А для чего он, интересно, нам нужен? 100%-ный. Нормально. Да блин, что мне выкинуть? Я не знаю, что мне понадобится, а что нет, ну ладно. 15%-ный мотор, ну такое. Так. Ну вот, заряжается в винтовку Драгунова. М4. Кабин. Топорик, в принципе, может быть, нам где-то и пригодится. Как же... Не хочется ничего выкидывать. Но придется. О, бинты. Сухпайок, МРЕ. Знаменитый американский сухпай. Ну ладно, дропнем картошку. Он, наверное, восстанавливает все полностью. Вообще. Да блин, мне это просто складывать даже некуда. Так, это тут все обсмотрели, да? Ладно, на этом я, наверное, буду заканчивать. В следующей серии еще что-нибудь поищем. И посмотрим, как мы можем взаимодействовать с нашим напарником, которого мы нашли. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.